Сегодняшняя тема. Новый вариант бесплатной доставки амбулаторных пациентов на КТ стартовал сегодня, 9 февраля. Как сообщили в Комздраве, в связи с этим такси, которое возило пациентов на компьютерную томографию за счет городского бюджета, заканчивает свою работу. В новых санитарных машинах оборудована перегородка, которая отделяет пациента от водителя. Но несмотря на это, водитель все равно должен будет носить средства индивидуальной защиты. Вызвать машину для пациента может лечащий врач, давший направление на исследование, или врач КТ-центра. Для этого им надо позвонить в диспетчерскую службу отделения скорой медицинской помощи при поликлинике. Комздрав опубликовал список телефонов, по которым можно вызвать санитарную машину в каждом районе: Адмиралтейский 242 33 87, 242 33 86, Василеостровский 246 55 98, Выборгский 89 11 188 53 75 596 04 06 517 13 26 517 82 68, Калининский 591 20 86 535 23 34 573 96 24 299 62 53 299 71 22 246 34 10, Кировский 783 56 02 364 43 73, Красногвардейский 222 33 38 227 64 55 527 79 59, Красносельский 242 34 31 32 246 32 50 417 39 63 246 05 12 06, Колпинский 469 40 61 242 34 23 242 32 24, Кронштадтский 311 39 00 0, Курортный 434 77 12, Московский 242 34 50 246 34 42 246 34 44 378 50 56, Невский 242 34 58 242 34 59 362 19 57 409 71 48 409 71 49, Петроградский 246 34 62, Петродворцовый 450 69 39, Приморский 341 59 44 8 906 228 15 59, Пушкинский 451 75 52, Фрунзенский 246 15 38 772 38 02 366 16 95, Центральный 764 44 60 315 21 85. Как сообщали в декабре в Смольном, на такси для доставки пациентов на компьютерную томографию было выделено из бюджета почти 70 миллионов рублей. Заказывать это такси также могли не сами пациенты, а врачи и КТ-центры. Ставь лайк и подписывайся.